Я прежде всего хотел бы обратить внимание родителей на свой опыт. Опыт врача, который 35 лет лечит детей и который видел очень много детей с инфекционными болезнями. Я хочу обратить их внимание на то, что дети реально болеют и реально умирают. И они умирали у меня на руках. Я это видел своими глазами. Поэтому я пытаюсь обратить ваше внимание на то, что самым эффективным, безопасным способом профилактики инфекционных болезней является именно вакцинация современными, качественными, безопасными вакцинами под наблюдением современного, грамотного врача. Вы должны пройти свою половину пути, прийти к врачу, позволить осмотреть ребенка, знать, как действовать после вакцинации. А наша задача, врача, объяснить, когда, какую вакцину, в какое время. И мы должны прийти к консенсусу в интересах именно наших детей. Вакцинация – это самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней. Ребят, вы меня знаете, я вас никогда не обманывал. Я говорю вам то, что я думаю, за мной не стоят деньги. Детей надо прививать, взрослым надо прививаться.